Привет вам всем, мои дорогие Дианочки. Я сегодня специально хочу сделать такой вот влог из Простоквашино баварского. Это у меня дома, это моя деревня, я вам сейчас ее покажу. Извините за мой вид, такой нереспектабельный, но сегодня у меня спорт. Я сегодня делаю марш-бросок на 10 километров вот с палками своими. И думала, сниму вам просто немножко красоты моей. Все мое, я прям не нарадуюсь. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Это я вам сейчас буду все показывать. Идти буду и снимать. Просто для вас сегодня поснимаю такую красоту, такой релакс. Давайте пойдемте гулять по моей деревне. Вот такая красота, вы только посмотрите. Это моя родина. Посмотрите на эту милоту. Какая прелесть. Вы только посмотрите на эту прелесть. Господи. Ну как можно вот такую милоту не любить, не радоваться ей. Божественно. Такие прелестные. С мамочкой плаваю. Такая чистая вода у нас. У нас рай земной. Ну что ты, моя красавица? Ну-ка посмотри сюда.
Вы просто послушайте это журчание воды. Это что-то уму непостижимое, да? Уточки наши опять. Просто раздолье райское. Это наша деревенская часовня, маленькая совсем. Здесь живет наш самый богатый бауэр, крестьянин.
Вот в таком красивом месте я живу, мои дорогие. Смотрите. Видите, да? Когда мы едем к сыну в Гамбург, он живет в Гамбурге, или к друзьям в Берлин, или в Мюнхен, или просто погулять по большим городам. Я потом через 2 дня уже все, я насытилась до упаду городской жизнью. Я хочу домой, в свою деревню, на чистый воздух. Как у меня все смеются, говорят, ой, у вашей дочки такие щечки. Я говорю, ну правильно, она на чистом сливочном масле воспитана, деревенская же. Поэтому и щечки такие здоровые, розовые, пушистые, или как пухленькие, надо сказать, да, пухленькие. Так что приезжайте все к нам в Баварию, в Франконию, самая красивая часть Германии. Показала вам свое Простоквашино. Правда, у меня Гаврюши нету, и кота Матроскина нету, но у меня есть Исабель моя, Иса счастлива, как слива, и Климка мой. Так что, все, на этом буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего.